на РБК «Региональные новости». Мы вещаем из отеля «Шератон Плаза» в студии Маргарита Гафарова. Кадастровая стоимость недвижимости в Башкортостане после переоценки выросла на 26% и составила 13 триллионов 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. По данным Минземимущества, под кадастровую оценку попали 2 миллиона 800 тысяч объектов. В специальной программе определили факторы ценообразования. Также использовались данные с сайтов объявления о продаже порядка 19 тысяч зданий и 37 тысяч помещений. В ведомстве подчеркнули, если владельцы недвижимости не согласны с расчетами оценки, они могут обратиться с заявлением о пересмотре цены в госучреждение «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация». Можно обратиться в учреждение с разъяснением, заявлением об исправлении ошибки, с декларацией об объекте, уточняющей характеристики объекта недвижимости. Поэтому призываем бизнес обращаться прежде всего в наше учреждение, не тратя на это ни времени, ни денег. Наши услуги по кадастровой оценке, они бесплатные, и срок рассмотрения 30 дней. Кадастровая оценка объектов капитального строительства проводится раз в 4 года. Ее результаты используются в том числе в целях налогообложения. Размер налога напрямую зависит от кадастровой стоимости здания или сооружения. Аграриям Башкортостана компенсируют 560 миллионов рублей затрат на покупку минеральных удобрений в этом году, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза. Лимит субсидий повысили на 10 миллионов по сравнению с прошлым годом. Средства выплачиваются из расчета 800 рублей на гектар посевов с зерновыми культурами, 460 рублей с масличными, 1200 с сахарной свеклой, картофелем и овощами. По плану в этом году аграрии купят 228 тысяч тонн удобрений. Самая активная фаза подготовки к весенне-полевым работам. Семена практически готовы. Сейчас идет накопление удобрений. На конец марта закуплено более 140 тысяч тонн минеральных удобрений. Это в физическом объеме или 61-62 тысячи тонн в действующем веществе. Это получается более 22 килограммов на 1 гектар посевной площади. Начало весенних полевых работ в Башкортостане запланировано на вторую декаду апреля. Стоимость предстоящей посевной оценивается в 24 миллиарда рублей, на 7,5% больше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза, примерно половина суммы придется на льготные краткосрочные кредиты. 168-м участником нацпроекта «Производительность труда» в Башкортостане стала компания «Уфа Химкомплект». Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра правительства республики Рустам Муратов. «Уфа Химкомплект» с 1994 года занимается поставкой химического сырья, реактивов, расходников для лабораторного оборудования. В течение 6 месяцев на предприятии будут работать эксперты регионального центра компетенций. Их задача – оказать методическую и практическую поддержку в реализации проекта. Для участников программы разработана система мер поддержки, включающая субсидии, налоговые льготы и консультации экспертов. Внедрение принципа бережливого производства является ключевым инструментом для повышения эффективности работы на предприятиях. Ранее о преимуществах участия в нацпроекте говорил глава региона Ради Хабиров. Вот такой интеллектуальный на самом деле проект, и мы признательны тем предприятиям. Мы многие предприятия убеждаем, заходите в этот проект и начинайте. И вот это пример компании, вы видели, да? Вместо 30%, они 239% сделали повышение эффективности труда. Вот. Но вот важно что еще, что практически все компании, которые активно развиваются, они получали в той или иной степени помощь республики и федерации. Участниками нацпроекта могут стать предприятия из таких сфер, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и услуги. Недавно премьер-министр Андрей Назаров сообщил о возможности внедрения механизмов бережливого производства для туристических компаний. Среди критериев отбора – выручка за предыдущий год от 400 миллионов рублей после вычета налогов и доли иностранных резидентов в уставном капитале не более 50%.
Сельхозпроизводители из Китая оценили инфраструктуру для резидентов преференциальных зон Башкортостана. Они посетили индустриальный парк Уфимский. В частности, осмотрели производственные площадки «Амкадор Агидель». Гости отметили масштабность проектов и важность получения налоговых, арендных и таможенных преференций для комфортного ведения бизнеса. Экскурсия прошла в рамках агрофорума, который проходит в эти дни в Уфе. На конгрессное мероприятие из Китая прибыла большая делегация. В ее составе помимо предпринимателей, представители органов власти из провинций Хэнань, Ляонин и Дзянсу. Мы представляем делегацию Министерства сельского хозяйства провинции Хэнань. В этот раз прилетели в Башкортостан на посещение форума, так как слышали о возможностях и потенциале развития агросектора в республике. Хотим обменяться опытом, так как провинция Хэнань тоже является сильным сельскохозяйственным регионом. С такими целями и задачами находимся здесь. Сегодня заключительный день агрофорума и международной выставки «Агрокомплекс». В экспозиции приняли участие 360 компаний из 40 регионов страны, а также Китая и Беларуси. Впервые на выставке представлены компании из Красноярского края, Мариэл, Якутии и Хакасии. Судебные приставы дважды оштрафовали «Уралсиб» за психологическое давление на должника. Представители банка донимали женщину звонками. При этом оказалось, что сама она никакой заем не оформляла. Устав от назойливости сотрудников «Уралсиба», она обратилась в Управление Федеральной службы судебных приставов по Башкортостану. В ходе расследования выяснилось, что между гражданкой и банком «Уралсиб» действительно имелся кредитный договор, по которому образовалась просрочка. Также приставы установили, что женщина никакой кредит не оформляла. Сделали это мошенники. На основании имеющихся доказательств суд признал сделку недействительной. За чрезмерное давление банку выписали штраф 70 тысяч рублей. Он был оплачен, однако звонки не прекратились. Сотрудники банка продолжали применять различные психологические приемы и вынудили женщину вновь обратиться к приставам. «Уралсиб» признали виновным в повторном правонарушении и вновь назначили штраф. Теперь уже в размере 200 тысяч рублей. У меня на этом все. С вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК.